В Ирэн-Нягань-Нефтегазе стартовала декада безопасности дорожного движения. Среди мероприятий – тематические встречи со школьниками, в первую очередь учениками Роснефть-классов. Урок от нефтяников прослушала и наша съемочная группа. Первый свод русских правил дорожного движения выглядел как сборник анекдотов. Если инструкция по регулированию движения от 1883 года сегодня выглядит как документ в шуточной форме, то современная статистика аварий на дорогах требует серьезного подхода. Ежегодно в ДТП гибнут до 1500 детей. Травму получают 24 тысячи несовершеннолетних. Компания и, в частности, общество всегда уделяет большое внимание транспортной безопасности. И сегодняшнее мероприятие – это как раз транслировать правила транспортной безопасности и правила безопасного поведения именно пешеходов, транслировать на наших детей, на наших подопечных. Декада «Осторожно, дети» – проект для Ирэн-Нягань-Нефтегаза ежегодный. Тематические встречи со школьниками стараются провести в начале учебного года. Первые числа сентября – период, когда аварии с участием детей случаются чаще. Юным пешеходам после долгих каникул порой сложно вспомнить правила дорожного движения. Но ученикам Роснефть-классов не только напоминают элементарные требования пересечения проезжей части, но и правила промышленной безопасности, ведь они – будущее. Производственники. Если мы изначально во время нашего обучения не будем задумываться о том, какие это правила, как нужно вести себя на предприятиях, то впоследствии будет тяжело уже осваиваться, и поэтому каждый молодой специалист и мы уже, ученики, должны соблюдать все правила. Нефтяники в роли наставников для гимназистов Нягани выступают с 2014 года. 7 лет назад местная гимназия вошла в проект «Школа – вуз-предприятие» в рамках кадровой политики НК «Роснефть». Программа, помимо углубленного изучения профильных дисциплин, предусматривает свободное общение с мастерами нефтяного дела. Встречи с нефтяниками, безусловно, полезны для классов, потому что они могут многому научить, они могут многое поведать, они могут рассказать, что может происходить на предприятии, с чего нельзя допускать на предприятии. Ирэн-Нягань-Нефтегаз заинтересован в привлечении в свои ряды целеустремленных, ответственных молодых людей. Людей, которые со школьной скамьи знают и помнят. Дорога халатности не прощает. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.